Всем привет! Мы с цветочком Гришей категорически вас приветствуем. И чтобы уже окончательно добить вас сегодня количеством снятых видео, я хочу рассказать, что после музея я заехала в продуктовый магазин, ну, купить там по мелочи, и в том числе захожу в рыбнадел, икра. Вот такая вот баночка. На баночке написано «Икра русская», упакована «By Caviar Russe New York». Ингредиенты рыбья икра, соль. Говорят, что вот прям вот так. Лососевая какая-то икра красная. Я, естественно, не удержалась взять попробовать. Стоит просто по цене самолета, сейчас скажу, ну раз в 5 дороже, чем на Сахалине. Ну ничего, попробовать можно. Ну что, будем пробовать. К сожалению, у меня есть масло, но у меня нету белого хлеба, с которым можно было бы это попробовать. Поэтому будем прям вот так голиком из банки. О, открылось. Так, ну, пахнет многообещающе. Вы знаете... На удивление, хорошая икра. Она крупная, но при этом она не слишком, знаете, такая жесткая. Бывает, вот когда такая крупная, что уже плохо жуется. Тут, видите, шарики где-то по полсантиметра. Нет? Вкусная. Свежая, причем действительно вот на вкус. Я не чувствую пока никаких консервантов. Просто качественная икра. Ну, прекрасно. Значит, если возьмет тоска по родине, маленькую баночку себе всегда можно купить. Здорово. Вот, в общем, да. Черную икру я видела, но там, знаете, как это, табика крашеная в черный цвет, они ее как черную икру продают. И продается еще то, что они называют икра белой рыбы. Но я думаю, что вообще похоже на вид на щучью икру. Можно будет в какой-то другой раз попробовать. Ну, в общем, да. То есть какая-то икра есть. Но, конечно, черная икра, я думаю, что в обычном супермаркете не продается, только в очень дорогих, вот, типа Central Market, из которого я вам делала видео, потому что я боюсь подумать, сколько она здесь стоит и в каких микроскопических баночках продается. Вот. Ну, в общем, да, вот еще один прикол из местных магазинов. Вообще, американцы очень не любят красную икру, они не понимают, когда ты им говоришь, что это, ну, яйца рыбы, они «Ой, fish eggs», фу. То есть в основном там, ну, черную они понимают, черная это очень круто, это для богатых, и это они едят. А вот лососевую большинство из них не любят. Ну, они, в принципе, рыбу не любят, им этот рыбный запах икры не нравится. Но для нас, для русских, в качестве такого маленького подарочка с родины, очень даже приятно. Ну, в общем, да, вот так, еще один кусочек. Все, всем хорошего вечера.